Озадачился я вопросом. Зимой в магазинах зелень стоит довольно-таки дорого, а у меня есть свободный подоконник. Так почему бы не устроить небольшое хозяйство на дому, где выращивать зелень? Лук, укроп, петрушку, пресс-салат, рукколу. Показалось мне, что это довольно-таки забавно. Вот и придумал я свой гроубокс. Покупать не захотелось, познакомился с ценами, убедился, что это довольно дорогое удовольствие. А сложности никакой из себя не представляю. Замерил подоконник, разработал чертеж и приступил к изготовлению. Для того, чтобы обеспечить растения светом, я выписал агролампы. Обошлись они относительно недорого, заказывал на AliExpress. Честно говоря, боялся, что они не будут работать, но все пришедшие 21 лампа оказались вполне работоспособными.
магазине для садоводов я обнаружил вот такие вот удобные наборы для рассады. И под них и рассчитал все размеры. Изготовив первую конструкцию и поставив ее на подоконник, я увидел, что место вверх еще есть, и изготовил еще две. Таким образом, у меня целых три гроубокса поместилось на подоконнике. Хотите узнать ответы на больше вопросов? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.